Мама богатыря из Днестровска прислала нам видео, где ее сын Александр Бытов тащит 7-тонную фуру по Московской улице. Мы связались с приднестровцем, который сейчас живет в Москве и просто для интереса таскает тяжести. На видео Александр Бытов из Днестровска. В свои 23 Александр тащит на плечах грузовик. Дистанцию в 100 метров прошел меньше, чем за 2 минуты. К соревнованиям в Москве Александр не готовился, а шел мимо. Честно, мне было тяжело, потому что я туда шел не намеренно. Я просто проходил мимо, увидел то, что большие, как говорится, дядьки буксируют большой автомобиль. Мне стало очень дико интересно, что это они делают и как они это делают. И там получилось так, что они дали возможность попробовать зрителям это сделать, и я выполнил. Вот фотография маленького Саши из детского сада. Он тащит грузовик. А вот Саша 20 лет спустя тоже тащит грузовик. Теперь фуру, которая весит 7 тонн. На адреналине Александр дошел до финиша и даже не понял, что тащит за собой грузовик. В богатырскую силу сына не поверила даже мама. А когда увидела, сразу прислала видео на ТСВ. Я даже не знала, что он нашел способ себя проявить в России. Он высылает видео. Я не сразу даже вообще поняла, что это мой сын. Я всматривалась, я говорю, это не может быть. Может, там сзади кто-то толкает. Как это? Это невозможно. Потом он начал еще видео, еще. И я, ну, и слезы, и радости были. И вообще был восторг сумасшедший. Я реально не верила своим глазам. В силовом спорте Александр с 9 лет. Сначала это был воркаут, потом спортзал и подъем гирь. Он тренируется каждый день. В соревнованиях по перетаскиванию грузовиков поучаствовал впервые. Мой уже стаж, я 9 лет, так сказать, тренируюсь. У меня уже так распланировано, организм уже настолько сильно привык, ну, к тяжелым тренировкам, что у меня каждый день, у меня там понедельник тренажерный зал, вторник бег, среда опять тренажерный зал, четверг у меня, вроде бы, если не ошибаюсь, у меня сейчас чуть по-другому, ну, другая программа, я с гирями тренируюсь еще на улице. Пятница опять зал, суббота у меня опять с гирями, воскресенье у меня бег. Ну, вот так получается. По совету богатыря Александра, чтобы восстановить силы после работы и тренировок, не нужно никаких эликсиров. Ешь полезную еду, больше отдыхаешь и крепко спишь. Вот и весь секрет.